Текущую ситуацию в регионе и вопросы, связанные с решением трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, России и Армении, обсудили в рамках телефонного разговора министр иностранных дел Джейхун Байрамов и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер. Выразив обеспокоенность по поводу напряженности на армяно-азербайджанской границе, Филипп Рикер подчеркнул важность стабилизации ситуации. Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о напряженности на границе двух стран. В частности, о том, что в последние дни Армения прибегает к провокациям, ведет интенсивный обстрел азербайджанских позиций, в результате чего 23 июля погиб один азербайджанский военнослужащий, а 28 июля двое военнослужащих получили ранения. Было отмечено, что азербайджанская сторона в ответ на эти провокации приняла соответствующие меры и защитила пограничные позиции. Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Азербайджан не заинтересован в обострении ситуации и выступает за политическое и дипломатическое регулирования всех разногласий.